15 февраля сотрудники ГИБДД начнут проводить проверки с участием судебных приставов. Если во время рейда у водителя обнаружат непогашенные штрафы за нарушение ПДД или просроченные алименты на общую сумму более 10 тысяч рублей, а нарушитель откажется платить долг на месте, его автомобиль отправят на спецстоянку. На погашение задолженности автовладельцу дадут 10 дней, после чего автомобиль будет выставлен на аукцион. В некоторых случаях конфисковать автомобиль в пользу государства могут и за любое нарушение ПДД, влекущее за собой повторное лишение прав. Сюда относятся управление транспортным средством в состоянии опьянения, проезд на красный свет или превышение скорости более чем на 60 км в час. Также машину могут отобрать у должностных и юридических лиц за повторный выброс мусора на дорогу. Для пойманных впервые штраф составит от 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве, некоторые граждане могут лишиться своего недвижимого имущества. Грозит это тем собственникам жилья, которые нарушают права и интересы соседей, устраивают в квартире свалку или приют для животных, либо используют помещение не по назначению и содержат его не в лучшем виде. В соответствии со статьей 287.7 Гражданского кодекса, суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Правила, предусмотренные указанной статьей, применяются также к отношениям, связанным с прекращением права собственности на бесхозяйственно содержимое жилые помещения с особенностями, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации.